Это все-таки идея России. Они все-таки готовят замену господина Пашиняна. И вот Москва сделала выбор на Рубена Вартаняна. И в Москве решили, что все-таки самый лучший путь – это отказ от российского гражданства, чтобы там показать, что у меня вообще ничего нет общего с Россией. Не только у меня нету бизнеса, у меня даже сейчас гражданства нету. Жить в Нагорном Карабахе, так скажем, от Нагорного Карабаха начать завоевание политического поля республики, республики Армения. Это второй. То есть первый вариант – это просто личные политические планы. Мы должны понимать, что у любого человека, а у человека, у которого очень много финансовых ресурсов, могут быть политические амбиции.